Запах канализации разносится на несколько метров вокруг. Он исходит от канализационного люка, который расположен на улице Новоселов около дома номер 45В. Вода переливается через край и мощным потоком вытекает на проезжую часть. Местные жители признаются, что ситуация не меняется уже 2-3 месяца. Пахнет прям до ужаса. Она то ничего... А то начинает опять. Участок газона за это время превратился в болото. Чтобы исправить ситуацию, кто-то выкопал траншею, при этом распилив асфальт на пешеходной зоне и проложил трубу, по которой вода течет на дорогу. Раньше поток шел мимо расположенного по соседству кафе. Однако это единственное изменение, которое местные жители заметили за несколько месяцев. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».